Знаменитый балаклавский кот сбежал со своего постамента. В редакцию НТС обращались жители Севастополя, которые обнаружили, что символа балаклавы нет на привычном месте. Присылали фотографии. При этом, как рассказали нашему телеканалу в местном отделении полиции, заявлений о пропаже так и не поступало. Но накануне вечером пресс-служба ОМВД России по Севастополю сообщила, участковый уполномоченный полиции нашел кота, который находился недалеко от своего постамента, в одном из подъездов, расположенного рядом дома. В то же время основатель музея истории балаклавы Сергей Гонтарь поделился с редакцией интернет-портала «Форпост» своей версией. По его словам, памятник просто сняли с постамента, чтобы привести в порядок, но не нашли для него более укромного места. Далее цитата. «Мы поставили его в подъезд, потом попросили сотрудников полиции, чтобы он у них полежал. Сейчас он в отделении находится, здесь, на набережной. Мы реконструируем постамент и в понедельник будем устанавливать».